мы духовно интернациональная миссия. Abbiamo una missione internazionale spirituale. Один Бог для всех. Un Dio per tutti. Католическая церковь. La Chiesa Cattolica. Вы знаете, как переводится католическая церковь? Sapete come si traduce Chiesa Cattolica? Это вселенская церковь. E ovviamente la Chiesa dell'universo. Когда была первая церковь? Учеников начали называть христианами в Антиохии. И потом церковь, когда начала расти, откуда она начала расти, не знаете? Не слышу вас! Громче! Еще громче! А еще громче! Из Рима она начала расти по всей земле. Tutta la terra da qui, da Roma. Вселенская. È universale. Потом в 1054 году в Константинополе, нынешнем Истамбуле, там появилась православная церковь. Это было 11 век уже. Но послушайте, суть не в том, где какая церковь. Суть в том, что каждый, кто бы он ни был и кому бы он ни принадлежал, какой деноминации, я хочу тебе сказать, не принадлежи деноминации, принадлежи Богу. Амен. Однажды я пришел в дом инвалидов и не могу понять. Знаете, non potevo capire. Поговорил с директором дома инвалидов. Ho parlato col direttore di questa casa degli invalidi. И не могу идти. E non riuscivo a venire via. Ну не могу идти, все. Non riuscivo a venire via, punto e basta. Хожу по коридору. Stavo andando per i corridoi. А у них как сонный час, поняли? E lì aveva, ormai era già tardi. И не могу идти, а она на меня так смотрит, я говорю, все хорошо. Lei mi guarda e dice, non preoccuparti, tutto bene. И вот их приводят в столовую. И я захожу, а им ставят полстакана компота. Mi ha dato mezzo bicchiere di mosto. Друзья, и печенинку. Маленькую-маленькую. E un piccolissimo biscotto. Я говорю, как это? Dico, ma com'è possibile che te? Как это? Com'è possibile solo così poco? Мало того, что они вообще лишены всего вообще. Sono privati di tutto, gli date solamente. Они не могут ходить. Come fanno? Они не могут сами есть. Non possono mangiare, non possono camminare. У них нет родителей. Non hanno niente. Но у них даже нечего съесть. Non hanno neanche niente da mangiare. Она меня позвала. Mi ha chiamato la direttrice. Раскрыла мне все книги. Mi ha смотри, в декабре принимался бюджет. E mi ha detto, a dicembre abbiamo dovuto provare il bilancio. Он принимался. È stato provato. На гривне. In grivne, valuta ucraina. И сразу доллар вырос в три раза. E poi subito il dollaro è cresciuto di tre volte. И получается на каждого ребенка quindi, по несколько гривен в день. Ovviamente ogni singolo bambino riceveva solo qualche gripe. Поняли, что вышло? Ну, короче, вы мысль уловили, о чем я говорю? Capite в ту сторону или в ту сторону? Dicendo, no? Сам смысл. Мы с Викторией, мы взяли. Io e Vittorio abbiamo preso. И начали сами кормить этих детей. E мы выделили a dar da mangiare a questi bambini. Лично сами 75 тысяч. Noi siamo andati lì. И начали не просто отдавать эти деньги. Потому что отдавать деньги, знаете, это они могут оседать где угодно. Нет. Мы сами закупали все и привозили. Закупали и привозили. Наша команда трудилась и работала. Я вам говорю, что такое семя, вы должны услышать. Семя не скрыт урожай, подождите. Какой урожай? Деньги? Да. Но смотрите, блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. О, а это уже не деньги, правда? Это ты шел на дороге, я лично видел, как женщина идет по дороге, видеокамера сняла, скажи. На всей скорости ее сбивает Lexus. Ho visto che una donna che Jeep, Lexus, на всей скорости. Strada, зима. Она подлетает вот так вот просто там. Кажется, что все, смерть неминуема. И она сама рассказывает, говорит, а я вот так вот упала. Lei è caduta, всталась, обтрусилась si è alzata, и пошла. Si è tolta la polvere ed è andata avanti, perché Dio l'aveva salvata.
в день бедствия избавит тебя, Господь! В день бедствия избавит тебя, Господь! В день бедствия избавит тебя, Господь! Аллилуйя! Аллилуйя! Вау! 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 В день бедствия избавит тебя, Господь! Ты придешь к врачу, тебе скажут: о, у тебя здесь опухоль! Мы взяли здесь злокачественное в день бедствия, избавит тебя Господь! Аллилуйя! Ты придешь в следующий раз, и они скажут: простите, мы попутали ваши анализы! Dove sono i tuoi analisi? Voglio che ci siano dei grandi applausi per l'intervento di oggi. Скажи: я процветающих, аллилуйя! Дорогие друзья и партнеры, наше сердце переполняется благодарностью и любовью к каждому из вас. Спасибо за ваши молитвы. Мы благословляем вас и ваши семьи. Пусть мир Божий наполнит ваши сердца. Этот прекрасный саммит, который стал ответом для миллионов людей, вышел благодаря вам, дорогие партнеры. Чтобы стать партнером, пишите нам или посетите наш сайт. Пусть Бог укрепляет вашу веру. Спасибо каждому, кто уже стал партнером и поддерживает финансово служение апостола Владимира и Виктории Мунтян. Пусть Бог укрепит вас. Знайте, что мы с Викторией молимся за вас каждый день.